Видите, укрепление блиндажи, второй позиции украинской армии. Видите, после наступления они оставили. Вот в таком виде все. Когда здесь были? Ну, бои просто начались проходить со мной. Это с 22-го началось все. 22 мая проводилась подготовка. Дальнейшее проходились наступательные операции. Как бы, ну, основательно противника выбили отсюда 24 числа. Как бы уже мы заходили на эти позиции. Это как раз вот Светлодарская дуга, да? То, ну, это как бы это все Светлодарская дуга считается. Скажите, а вообще укрепрайон здесь сильный был такой? Конечно, ну это как бы такая позиция считалась как бы более тыловая. Там дальше укрепрайон, там покажем вам ориентировочно, это такие как Крест, Ягмурт, Красная Горка. Это так, это вообще помогать.